О, новенькая, привет! А ты еще кто? Я Рогата, а тебя как зовут? Я не помню своего имени. Да это нормально, здесь никто ничего не помнит. А я кто? А, я Рогата. Приветствую тебя в удивительном цифровом цирке. А это мой друг Себастьян. А это еще кто? Я Кирилл, самый главный здесь. Это искусственный интеллект, так что я не советую тебе с ним спорить. Так, подождите оба, как я вообще здесь оказалась? Неважно как, главное, что ты здесь навсегда. Чего? Не-не-не-не, я не хочу заканчивать здесь со своими приколами. Девочка! Я бы не советовала произносить это слово вслух. Никакого выхода не существует. Да в смысле не существует? Это же логично. Если есть вход, то есть и выход. Ой-ой-ой, я бы не рекомендовала тебе заходить в ту дверь. Всех, кто ищет выхода в этом мире, ждет страшный конец. Ха-ха-ха. Этот персонаж рассеивается. Это как рассеивается? Ты превращаешься в неразумного монстра. И тебя запирают в подвале. Вот это жесть. Так что предлагаю устроить приключение. Мы же собрались для этого, верно? Нам нужно дать новое имя новенькой. Я все придумал. Ты будешь называться Помни. Пошли. Я никуда с этим чудиком не пойду. Мне нужен выход. Не говори ерунды. Нету здесь никакого выхода. Это тебе он так сказал? Но были те, кто искал. И теперь все они в подвале. Ты как хочешь, а я пойду искать, как отсюда выбраться. Стой, погоди, куда ты пошла? Пока не поздно, подожди! Тебе же хуже будет! Послушай, я не знаю, что тебе наплел там твой чудик, но я уверена, что здесь есть выход. Никто из нас не знает, что там за выходом, поэтому мы туда и не суемся. Я сейчас не поняла, а чья это тень? Тут никого нет. Какая еще тень? Ладно, неважно. Неужели здесь действительно никто ничего не помнит? Да, это так. Залезай, я тебя покатаю. Ага, еще чего? Залезай. Ну уж нет. Залезай, залезай. Ладно. Будет интересно. Ой. Давай. Ну что, готова? Нет. Это будет весело, я тебе обещаю. Это что? Что происходит? Слышишь, это хватит? Клоунесса, как тебя там? Может, лучше не надо, а? Хватит. Все, это было очень весело. Это еще не весело. Весело это солнышко. Поехали. Подожди, женщина, какое солнышко? Нет, это что здесь происходит вообще? Какой кошмар. Все, хватит. Условились на одном солнышке, да? Это было весело, признаю. Так бы сразу. Здесь все со мной соглашаются. Ладно, допустим, но я все еще не согласна с твоим утверждением о том, что здесь нет выхода. Подожди, иногда у тебя могут случиться глюки. Это еще что? Когда всплывает что-то из той жизни, мы не знаем, что это, но так и игра глючит. Например? Ребята, подпишитесь на канал. Вот так примерно. И что, реально подписываются? Не знаю. Может быть, попробуем вместе? Давай. Ребята, подпишитесь, пожалуйста. Это поможет нам найти выход. Прямо сейчас. Да, все-таки странно у вас здесь. Вот видишь? Нами всегда наблюдает? Да ладно тебе, он угарный. Да, все-таки вы здесь все какие-то странные. Ты же тоже когда-то была человеком. Я этого не помню, и такого вообще, наверное, не было. Ну-ка скажи мне, безумная башка, здесь есть выход? Вот видишь. Ты бы не кружила ему так голову, а то он будет недоволен. Что вы делаете, мой одинокий? Блин! Я показываю новенькой окрестности. Она же здесь теперь навсегда. Что вы так долго? Я же жду вас, чтобы устроить приключение. Пойдем с ним. Но я... Не иначе он нас от нас не отстанет. Пойдем.
Да начнется игра. Если справитесь, вас ждет награда. Ладно, мы готовы. Рада, что ты согласилась. Приключение номер один. Ваша задача за одну минуту найти всех глоэнгов, которые разбежались по цирку. Кто разбежался? Глоэнги! Искать глоэнгов – это так чудесно! Мое любимое занятие! Подожди, что это такое? Да подожди, ты что такое глоэнги? Да сейчас ты все поймешь. Вот, смотри, какие красавчики. Это всех, кого нашли. Выглядят крипово. Главное, не суй пальцы в рот. Они до сих пор кусаются. Ладно, ладно, все, не отвлекайся. Нам еще много кого предстоит найти. А, слушай, а как тебе там рога-то? Оно здесь было, когда ты здесь сидела? Нет, это первый. Хватай его, пока не убежал. Ладно. Хватило. И неси сюда. Сложим их куда-нибудь в одно место. Больше всего на свете я обожаю мороженку. Надеюсь, здесь есть что-нибудь внутри. Это место похоже на огромную холодильную камеру. Интересно, сколько глоэнгов здесь замерзло? А вот еще один малыш. Привет. Помни, я нашла еще одного. Советую поторопиться, остальное время уже прошло. Граната, хватит про свое мороженое. Ты посмотри, этот чокнутый там уже отплясывает. Помоги мне. Главное думать как глоэнг. Они безмозглые, но зато очень веселые. Если бы я была безмозглой, я бы спряталась в эту палатку. Есть. Цып, 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 цып. Где вы, мои хорошие? О, как ты сегодня спрятался. Иди сюда. Ать. Лапочки. Блин, блин, блин. А если взять одного отсюда? Ай! Не кусайся. Плохая идея. Да что будет-то? Они же все одинаковые. А-а-а, ты рассеешься. Да что за чушь у вас здесь происходит? Ненавижу клоунов. Лови его. Не пойму, как ты их различаешь? А мы все. Молодцы, вы справились. Переходим к следующему заданию. Не попади стрелой в новенькую. Заходи, заходи. Сегодня ты мишень. Ты что, совсем в край двинулась? Какая давай, мишень? Давай! Новенькая твоя главная задача не двигаться. А если попадете, что будет? Ты рассеешься. А если ты не попадешь? Мы пройдем это испытание. Правило, во. Ага, где ты там? Ты зачем второй глаз закрыла? Так я всегда, когда целилась, этим смотрела. По привычке. Ладно, давай следующий. Поберегись! Почти попала! Но не попала же! В этом и смысл! Ладно, давай последний. Эх, как жалко, что вы справились. Я думал, на одно одноглазого станет больше. Кейл, ну ты не расстраивайся, в следующий раз будет лучше. Какие же вы оба добрые. Ладно, говори, какое следующее задание. Следующее задание — суперигра, моя любимая. Прятки. Ваша задача — спрятаться от меня как можно лучше. Только помните, я очень умный. Кто справится, тот молодец. А кого я найду первым, того ждет наказание. Эй, вообще-то это нечестно. Вы здесь все знаете, а я здесь первый раз. Кто сказал, что будет честно? Ну, прятки же это весело. Давай считай. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Я иду искать. В цирке полно потайных ходов, о которых новенькая не знает. Победа у меня в кармане. Здесь так здорово можно спрятаться. Это мой любимый потайной ход. Это еще что такое? Тайный ход? Я сейчас что, за стенами цирка хожу или что? Мамочки, как здесь страшно! Как они здесь вообще обитают? Что за лестница? Кажется, у меня появился шанс выиграть. Опять эта комната? Что здесь за ходы бесконечные? Что ж за жуть ты здесь? Даже искать не пришлось, сама угодила в мою ловушку. Это было нечестно! Все честно, но ты получаешь свою цифровую еду. Я все равно знаю, где прячется глупенькая рогата. В смысле знаешь, где прячется? Эй, ты меня опять нашел?
Время идет, ничего не меняется. Она всегда прячется в одном месте. Рогата, ты на неделю отправляешься в тюрьму. Ну почему опять я? Быстро. За что ты так с ней? Кейн, ты предатель! Мы же с тобой были заодно! Кстати, а где мой приз? Да, где ее приз? Вот, держи, твой цифровой обед. Это пластик. Кейн, как этим наесться? Ты выиграла самую вкусняшку. Что тебе еще не нравится? Пока. Мне не нравится, что я до сих пор голодная. Куда? Он всегда так делает. Ну так это же отличный шанс, чтобы найти выход. А я? Ладно, сейчас тебя достану. Ура! У меня есть подружка. Мы что, мороженое идем есть? Да подожди ты со своим мороженым, там был люк. Эх, я буду скучать по этому цирку. Ого, это где это мы? Похоже на квартиру. Тебе не кажется это место знакомым? Не-а. Мне тоже, давай осмотримся. Давай. Рогата, смотри, тут какая-то девочка. А что у нее с лицом? Не знаю, уставилась в этот зомбоящик. А это кто? А это на тебя похоже. Слушай, а может быть это мы в реальном мире? И вот что нам теперь делать? Как попасть обратно? Я-то откуда знаю? Ты же у нас тут самая умная, вот и думай. Какая умная? Ты меня видела? Я клоун. Это ты у нас знаток параллельных миров. Да я вообще тряпичная кукла. Где-то я его уже видела. Ну, так это же Себастьян, друг этого Кейна. Это что значит? Он в этот мир перебрался? Ага, его нам еще тут для полной картины не хватало. Тут и так все слишком странное. Помни, ну давай, давай, подумай. Стрипс хочется. Чего? Не знаю, но хочется. Это глюки! И до тебя дошли! Ты теперь с нами в команде. Ну уж нет, вашу команду я не хочу. А вот этих... стрипсов? Я бы, да, навернула. И что-то мне подсказывает, что они есть вон на той кухне. Ну что? Где будем искать? Слушай, мне кажется, нужно начать с холодильника. Здесь ничего нет! Слушай, мне кажется, это потому, что это печка, а не холодильник. Откуда мне знать? В цирке не было ни того, ни другого. Зато в этом мире есть настоящая еда. Куда это делась, эта красная штука? Это как это? Я хочу настоящей еды, а не цифровой. Почему эта еда исчезает? Ты знаешь, мне кажется, что мы оказались где-то между цифровым и реальным миром. Дело говоришь, но я все равно не знаю, как вернуться в реальность. Нам нужно найти еще один выход. Да, ты права. Опять он? Я? Ты? Я? Ну ты, подожди, ты нас... Ты нас видишь? Вы думали, так легко от меня отделаетесь? Эй, что я такого сказал? Это что вообще такое? Как он нас нашел? Это же искусственный интеллект, он вообще повсюду нас найдет. А это что такое? Какие-то кнопки, если на них нажать, может быть, мы отсюда выберемся? А какую ж мать, их тут три? Давай зеленую. А это что такое? Мы начинаем рассеиваться! Такое уже было! Подожди, тогда нажимай другую кнопку, скорее! Фух, мы больше не рассеиваемся! А что? С твоим голосом? Не смотрим! Вау! А это даже смешно! Ладно, интересно, что делает третья кнопка. Оу! Ай, как болят глаза и голова! Правильно Аня говорила, что нельзя много в компьютер играть! Что за жесть это была? Ой, Аня, это что за бант? Какой бант? Я не знаю. Фу, слушай, Аня, разработчики игры реально постарались. Ощущение полного погружения, аж голова болит. Погружение, погружение, ну а бант-то откуда? Я такой не ношу. Ну, Ань, одно я знаю точно. Мы точно вернулись в реальный мир, потому что в реальном мире наш сосед очень громкий. Точно, пойдем лучше воздухом подышим. Ставь лайк и подпишись на наш канал.